Впервые мы его использовали на выборах президента Российской Федерации. Этот проект достаточно востребован. Мы увидели, что граждане ждут, получают информацию. И, собственно, благодаря тому, что мы прошли по квартирам, по домовладениям, мы охватили в рамках этого проекта на выборах президента более 95% избирателей Вологодской области. Мы увидели, что после того, как донесли информацию, явка на выборах повысилась. Поэтому на предстоящих выборах в единый день голосования также данный проект будет реализовываться на территории Вологодской области. Планируется задействовать порядка 2500 членов участковых избирательных комиссий, которые будут осуществлять и обходить наши квартиры, домовладения и доводить до избирателей информацию о формах голосования, месте голосования, уточнять при необходимости их персональные данные, потому что для нас чистота списков избирателей и корректность данных – это тоже очень важно.